Президент Казахстана сегодня принял участие в субботнике. Нурсултан Назарбаев посадил в Астане ели, а затем побеседовал с молодежью. Глава государства подчеркнул, что вокруг столицы уже высажено 70 тысяч гектаров лесонасаждений, а внутри периметра ежегодно создаются парки и скверы. Также в ходе брифинга для журналистов президент Казахстана остановился на недавних визитах в ряд иностранных государств. Напомню, Нурсултан Назарбаев поучаствовал в работе саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне и саммита Организации исламского сотрудничества в Стамбуле. В разрезе одного месяца, как вы знаете, я посетил два больших мировых форума в Вашингтоне, антиядерных форум. В Стамбуле все главы исламских государств на конференцию собрались. Мне удалось встретиться многими великими лидерами всего мира. Отрадно из этого умозаключение такое, что Казахстан все знают прекрасно сегодня наше значение, наше место, что вот борьба за антиядерный мир, за мир на земле, за межнациональное согласие. Президент подчеркнул, что 25-летие независимости нашей страны нужно отметить не только различными мероприятиями, но и благими делами, оказывать помощь близким. Глава государства также призвал казахстанцев активно участвовать в озеленении городов и сел. Я призываю всех казахстанцев, молодежь, пользуясь весенним теплом, возможностью везде посадить деревья. Если каждый человек в день своего рождения, если он летом, посадит дерево, или вообще в честь этого посадят дерево, у нас 18 миллионов деревьев каждый год будет появляться. Крупнейший ботанический сад сейчас мы строим. В следующем году при открытии Экспо мы объявим, что в Астане живет 1 000 000 человек. В этом году, встречая 25-летие нашей независимости, мы должны практическими делами встретить. Не просто мероприятия. Каждый аул, каждое село должно быть очищено, озеленено, помочь старикам, помочь малоимущим, помочь детским домам, себе самому помочь. Каждый ауле, в каждом районе, в каждом городе, в каждом селе, если будем работать, мы сделаем благо и красиво сделаем нашу родину, Республику Казахстан.